возможность забрать свое и, так сказать, отомстить. Но, знаешь, в любом случае, я думаю, это одна из, наверное, лучших карт MIBR. По крайней мере, комфортных карт. И рассчитываем только на красивый, качественный КС. И надеемся, что он будет не в одни ворота. Ну, а качественный КС, пистолетный. Да, обычно с пистолетки начинается, соответственно. Где, в принципе, у Мибра есть один игрок в роли саппорта. И это KNG, который, правда... А, он P250 себе купил. Да, и флешка. Видимо, одну гранату уже потратил, соответственно. И с этим запасом KNG уже пробирается по точку А. Ты посмотри, очень неплохо здесь инфы собирает и прогоняет единственного опорника. Тем временем команда-то его на месте не сидит. Готова сжать мидл. И Инокс Антараса влетели втроем, но он неплохо. Лео здесь пробил, соответственно, далее флешки хаешка от тиммейта. Позволяет Инокс Антараса отойти немного назад. Но тут же ротация Мидбера на точку А, потому что есть инфа. Ведь там всего лишь один опорник. И прекрасно все это дело слышит Сирсон. Бегут уже на помощь к нему тиммейты, к Сантарас тут. Ну и в целом как бы не готов был TRK увидеть здесь своего оппонента. Падает VSM. И пока что абсолютно вся команда MIBR начинает падать при выходе по точку А. KNG последний. 1 в 5. Не смог реализовать P250. Неплохая пистолетка в итоге от BIG, очень даже качественная, с вантапами, неплохой стрельбой. И первый раунд за ними, однако карта Vertigo благоволит форсам, причем по обе стороны. Тут и за атаку можно тащить с какими-то тэкнайнами, диглами, потому что много позиций таких дуэльных, знаешь, то есть под базой Б это может с дигла перестрелять опорника вообще изи со стороны атаки. Можно мидл там пропушить агрессивно. И мне почему-то кажется, что Мибрам это именно та команда, которая сейчас зафорсит, и это действительно так. Появляются диглы плюс тэкнайн. Быстрый выход по точку А. Сантарас заметил оппонента. И, кстати, действуют грамотно. Сразу же отдают пространство. Смещаются в более такие надежные позиции. Ну и в целом уже приходит команда на помощь. Тем временем Тизиан подставляется. Погибает. Сантарас пока что на пару скиду находит по фрагу. По-прежнему напряжение присутствует. Но там в тем временем откиты. Он разваливает третью кабину на свой счет, соответственно. И сам остался против Тапсона один в один. Бомба очень далеко упала. Надо ее забирать, а там оппонент любую секунду может тебе пикнуть. Но вы сам теперь не просто с диглом. У него еще и аук имеется. Но он понимает, где находится Тапсон. Идет его выбивать. Не залетает по голове, однако по телу все-таки добивает своего оппонента. И Мибер в своем привычном стайле тащит форс раунд, будучи с пистолетами и с арморами. Да, тут где-то повезло, тайминги для BIG были не самыми лучшими, но где-то вовремя хлпу не смогли реализовать, опять же, в моменте, когда игрок стрелялся с дефолта, а два его тиммейта просто справа сидели и толком не пикали даже. Ну а вы, дорогие зрители, не забывайте, то, что у нас проходит розыгрыш каждую неделю. Регистрируйтесь в системе Pinnacle с кодом Flashpoint, вносите депозит от 10 евро, и вы уже автоматически будете участником. Все, что нужно, это перейти на сайт pinflash.gg/flashpoint. Вот такой вот ответ. И даже будучи в ситуации один в один, да, подобрал аук, но принял решение дорабатывать с дигла. Рисковал, как по мне, но в итоге все же смог удержать свой спрей-контроль. И сейчас уже BIG отвечают своим форсом. Ой, какие ужасные тайминги от Ксандараса. Мог тут голову KNG найти вообще изи достаточно, но немного ошибается по таймингам. И теперь придется отыгрывать уже ближе к сайту, соответственно. Проблема BIG в этом раунде начинается с того, что особой информации по карте нет. А вот сейчас потихонечку Тапсон пропушил базу Б, чекнул, что там никого нет. И понимает, что оппоненты, раз не под точкой А, особо агрессии не проявляют. И под Б их не видно, соответственно, они где-то, наверное, на рампе в глубине и в мидле. И теперь туда сразу же киты, соответственно, смещаются. Самый результативный игрок на карте пока что, кстати. Находит фраг по Лео Дранке, продолжает действовать агрессивно. Против Тиркея не получается отстрелить, и как итог это зажим точки Б. Проблема у Тапсона. В целом, наверное, на такой ретейк будет выйти очень тяжело. Отрезает молотом данную позицию. И вот Лукас Люркер, которого прекрасно слышит Сирсон, в целом сыграл неплохо. Но могло быть лучше. Ну, плюс 600 заработали. В любом случае, неплохо. И к Сантараса. Но раунд отдали. И, на самом деле, тут попахивает 3-1, на самом деле, для Мибр. Кстати говоря, в чат можно там немного поддержать, действительно, как раз-таки Лео. Потому что мы видели, поплохело парню немного после предыдущей карты. Это действительно, ну, бывает такое. Особенно, когда у тебя возраст там уже заходит, знаешь, там лет за 20 и так далее. А ты постоянно сидишь. Постоянно у тебя куча эмоций за счет матчев. Еще там за счет матчей в квартире, да, там может быть душно, допустим. Или там на будкиче. Понятное дело, когда вы сидите впятером, сзади тренер, какой-нибудь менеджер и еще кто-нибудь приходит. И все подышать, и, соответственно, где-то кондера может не хватать. И действительно, давление скачет только так. Ты говоришь за 20, да?
А если тебе за 30? Тогда как бы да. Тогда нужны прям максимально жесткие условия. Там типа я соглашаюсь только на там, я не знаю, понятно. Мальдивы. То есть мне нужно быть аккуратнее, да? Ну, по логике. Так, ну что, у нас два девайса смогли засейвить BIG. Есть скаут для Сирсона. Точнее, он, наверное, прикупил себе его сам. Плюс недефолтные пистолеты. По минимуму гранат. Остается только смок и флешка. Ну и MABR пока что контролирует карту. Есть небольшое давление по точку Б. И в целом пока что выглядит все хорошо у данной команды. Ну, неплохо и у BIG, на самом деле, если минус нашли бы по точке А. Ну, как только Ксантарас выглядывает под A-сайт, под это опорник база Б, и тут же было принято решение, соответственно, Мибор додавить до конца эту точку. И они успешно с этой задачей пока справляются. Минус 2 уже оформили на ровном месте. И далее, главное, не подставиться под Ксантарасом. И этот раунд действительно должен быть весьма для них легким. Тут просто трабл в том, что поджимать особо нечего. То есть база Б пикать тяжело, там толпа, визави, и даже один KNG с такой позиции может тебя забрать. По точке А Сирсон пытается кого-то найти, но опять же, у него скауты. Тут попадать только по головам, либо надеяться, что на тебя там каленый Лукас, допустим, да, первым номером выйдет. Но через паузу MABR все же будет выходить под точку Б. А что у нас по экономике? Будет ли снайперская винтовка в следующем раунде? Скорее всего, нет. Ну и MABR очень аккуратно действует. Ожидают тот самый верный тайминг. Принимать все это дело будет Ксантарас, дефолтная позиция. Ну, собрал его уже он. Ну тут уже, да. Очень близко подпустил он к себе игроков MIBR. И 5 в 2 ситуация. Я так посмотрел сейчас, как Миб врывается под базу Б, и мне почему-то кажется, что, знаешь, вот этот молниеносный раунд, который мы видели с тобой, помнишь, на Дасте, там, он может здесь работать, безусловно. То есть вот какой-нибудь Миб-2Би под хорошие гранаты, которые у Мибора есть, и тут главное вот это чувство, знаешь, хороших флешек, каких-то фишечных, совмещать вместе с крутым тимплеем, когда вы вместе там сдвоенный пик делаете, и зачастую опорнику очень тяжело принимать, и... Опять же, Ксантарас может ровно в такой же ситуации оказаться и в следующем раунде, несмотря на то, что у него уже там будет девайс посерьезнее, там армор и так далее. Ну а в целом 3-1, и Мибор, несмотря на проигранную пистолетку, пистолетную серию-то за собой забирают. И сегодня нас уже удивили, ну меня лично Мибор удивили уже на двух картах. Если они на вертига еще покажут как минимум борьбу, это ну смелый найстрай. Но трабл в том, что они еще и победить здесь могут вполне. Да запросто. Пока что мы видим, что начиная с Даста 2, MIBR очень жестко играют в атаке. Они почувствовали, знаешь, какие-то как будто подобрали ключики к BIG. Они их абсолютно не боятся. Они выходят и практически всегда выигрывают большинство дуэлей. И, ну, что может быть лучше? Выходишь по точку, да? Раз, два, три, все, все позиции вскрываешь, устанавливаешь бомбу и спокойно забираешь раунд. Обсуждение идет от тренера команды BIG. Ребята понимают, что вот уже действительно, начиная с прошлой карты, как-то слишком уверенно действует MIBR. Надо их осадить пару раз, и вот эта вся уверенность бразильского состава, она может закончиться и разбиться об скалы, если, допустим, они там несколько агрессивных раундов построят, у них они не получатся, начнут медлить, знаешь, играть несвойственно для себя, и это самое главное. То есть, когда ты выбиваешь из зоны комфортно коллектив оппонента, он начинает играть не по-своему, а не по-своему это всегда тяжелее. Когда ты привык бегать агрессивно, пикать, убивать направо-налево, а тут тебе не дают этого сделать и говорят, играй дефолт, а ты не можешь, тебя снайперы где-то находят и так далее. Ну а в этом раунде Мибор, пользуясь огромным количеством гранат, будут рваться на рампы. Неплохая ХЕ должна взлетать по Лео. Но, однако, Мибор рампы вроде как отожмут для себя. Тут вопрос к пику. Ксантарас пикнул под флеш, никого не нашел. И придется сайт, видимо, отдавать. Ну, не сайт, а подъем, как минимум. Если посмотреть, не самые, наверное, роскошные девайсы на руках у BIG. При том, что раунд для них за 2. Если вы отдаете его, то там уже 5-1 на третьей решающей карте для MIBR. Поэтому забавно, что... Да, непростая. Сирсон решил остаться со скаутом. Это дело такое, на самом деле, весьма рискованное, действительно. Я с тобой соглашусь. Причем, интересно, сыграли Мибор. Обычно как? Занимаются рампы, оставляют там одного игрока, грубо говоря, как на банане на Инферно, и отходят назад. Тут они решили никого не оставлять, полететь на базу Б, и пока успешно с этим справляются. Оппонента вырубили, но дальше Кита, которого также весьма удачно проходит. А тут теперь позицию KNG. Угол под 90, правда, подставляется под скаут. Это легчайший минус для Сирсона. И вот оно большинство для BIG. Лукас на пару с ВСМом. В меньшинстве постараются удержать эту бомбу. Лукас берет на себя инициативу. Уже забрал Ксантараса. И сейчас время ВСМа. Один. Последний Сирсон.
Очень тяжело здесь будет. Выходит префом, не забирает ВСМа. Это все-таки четвертый раунд для Мибор. И, как ты говорил, раунды здесь летят за два. В первую очередь для атаки, естественно. Сейчас, взяв четвертый, они, скорее всего, еще и на пятый выйдут. В целом, Мибор большие молодцы в плане уверенности. И, знаешь, это всегда тяжело. Особенно для команд тир-2 уровня. Часто, я думаю, ты такое замечал. Я это вообще когда вижу. Когда команда отдает свой пик, и она уже в тильте. Она уже не верит, что они могут выиграть пик соперника. Тут от Мибора мы видим абсолютно обратную сторону. И, по сути, они очень достойно себя пока показывают. Но при этом надо отдать должное BIG. То есть нету, знаешь, такого какого-то тильта, что ли, неуверенности в себе. Ребята там, ну ты вспомни, они даст проиграли, такие, ну, мы 7 раундов подряд взяли, печенье раздали, такие, и полетели дальше. И сколько сейчас денег у Сирсона? Непонятно, да, почему он в прошлом раунде принял решение взять себе легкую снайперскую винтовку? Я так понимаю, теперь 5000? 5000, 4000 оставляет, то есть в следующем раунде будет хороший бай. По крайней мере, у него. Хотя у тиммейтов все неоднозначно. Ну да, там какие-то 1300. Там лустрик должен быть, как я понимаю. В целом, да, но все равно 1300 это, ну, такой бай, знаешь, типа, без какой-то гранаты, без китов. И желательно киллы понаходить, а BIG сейчас, чтобы бай прям был, ну, просто замечательным. Хотя там задумка на раунд есть, смотри, такое некое укрепление точки А, попытка прожима, там, Ксантарас ищет минус. Ну, и с диглами сложно построить какое-то командные взаимодействия какие-то и так далее. Потому что, ну, это диглы, они настроены больше на какие-то соло-пики. И там, ты вышел отсюда, я вышел с мида, ты с ланга, и вот попикали там, нашли минус, отлично, не нашли. Происходит что-то подобное, и Мибра просто начинает контролить мидл. Кито, возможно, подставится сейчас под двух игроков MABR. Есть потери. BIG перетягиваются на центр карты. А тут шикарная позиция от ВСМ. Успевает отвернуться от флешки. Но какой эффектный выстрел! И туда же еще и ТРК. Сирсон, что ты творишь? Ну и сейчас уже по точке А у нас КНГ на пару с тиммейтами. Сокращает дистанцию. И вот сейчас, в принципе, можно здесь удивлять. Наказывает Сирсона. Ай-яй-яй, заигрался. Да, и далее тиммейтам придется 2 в 3 вытаскивать. Они уже вытаскивали. Другое дело, что китов нету, да, и тут поинты, в принципе, ну, великолепные. Мне кажется, в меньшинстве такое перевернуть вполне можно. То есть, а откуда оппонентов выходить? Ну, с хелпы и получается. Сити, а тут хорошая позиция от Лукаса, и тайминги его также благоволят. Даблкил, и последний Тизен здесь явно ничего не сделает. Он, конечно, попытается, но один оппонент за смоком, второй за железкой. И, соответственно, ни один из них на тебя сам не выйдет. А самому пикать — это подставляться под размен. А почему это 5-й раунд для Мибор и замечательная стрельба, конечно, от Сирсона в этом раунде, за что можно поаплодировать в чатике, поставить щиты. Но другое дело, что вот вроде BIG выбивают девайсы, да, и вроде на экономику должны влиять, а потом смотришь, и там целые золотые горы просто у состава Мибора. MIBR на кураже. 2 раунда подряд ребята тащат в меньшинстве. И вот благодаря уверенным действиям Лукаса. Не боится взять на себя инициативу, да, вот так вот пойти в агрессию. Обычно игроки, знаешь, как-то закрываются, стараются подловить как раз-таки на ошибки, когда уже оппонент выходит сам на прицел. Но нет, тут совсем по-другому действует игрок атаки. Ну и теперь уже есть хороший бай, наконец-таки, для BIG. Снайперская винтовка в руках Сирсона, и он открывается под КНГ. Полностью переиграл снайпер команды атаки. Вот это было очень красиво, и вообще вот эта снайперская дуэль, она красной нитью, знаешь, пронизана через все противостояние, потому что на нюке доминировал жестче Сирсон, на Дасте 2 это однозначно был КНГ, который выиграл все снайперские дуэли подчистую. И вот на Вертига приятно видеть, как бразильский снайпер вновь включается, несмотря на отменную стрельбу ранее с дигла от того же немецкого, опять же, снайпера команды BIG. Ну и по итогу Мибор готовы выходить на точку А. Понимает, что оппоненты сайт отдают. Можно закидать все это тело моликами и задавить Ксантарас, который не успел сменить позицию и оказался в полупоинте. Но его и не добили, бомба выпала. И тут немного не команда сыграли Мибор и не ожидали такого врыва под флеш. Замешкался в гранате Лео Дранки, не в самый лучший тайминг. И вот Ксантарас за это их и наказал. Я чуть-чуть так глянул, знаешь, на тиммейта. Такое ощущение, что фликануть по нему хотел в один момент. Но, однако, забрал кита. И вот теперь вроде как ситуация плюс-минус играбельная. Но бомбы-то на руках нету. И в этом основной трабл. Кинджи попытается найти пиков. Ему, в принципе, терять особо нечего. Главное, снайперскую винтовку оппонентам не отдать. То есть, если даже в раунд проиграете, не отдать АВП. Потому что сами себе позволить ее BIG явно не смогут. Ну и Кинджи первым номером с хелпы будет открываться. И вот тиммейт на ВСМ из девятки. Либо с другой стороны Сити. Разменчик дает. И, в принципе, неплохо. Да, раунд проиграли. Но, опять же, BIG потеряли 3 вепона. И проигрывать следующий. Они выйдут там на 2-7, условно.
Постарались выбить экономику как можно больше. MABR-то по финансам все отлично. Ну и в целом, знаешь, очень близки были сейчас игроки атаки к тому, чтобы вообще полностью выйти, знаешь, такой комфортно разгромный счет 8-1. Вроде заняли практически дефолт, но вот Лео Дранки начал переключать гранаты, и в итоге Ксантарес воспользовался этой ошибкой и смог дать 3 фрага. Есть снайперская винтовка в атаке, также KNG владеет данным девайсом. И на этот раз уже такой медленный, выверенный раунд в их исполнении. Кажется, да, решили немного задоджить раннюю раскидку от BIG и зайти уже на рампы абсолютно. Ну, не то чтобы на сухую, но под малое количество гранат. Понимая, что оппоненты мулики потратили, и максимум, что они могут сделать, это пикнуть вас под флеш, что, в принципе, можно вполне задоджить. При этом интересно, что Мипер до этого из раунда в раунд довели центр. И сейчас вот такой небольшой флеш, катерки, смещает Тизи, но уже в центр. И ты не можешь мид не контролить. И в итоге вот за счет того, что Мипер довели мид из раунда в раунд, они сейчас могут залететь в пятером на точку А, и при этом два игрока диффенса будут около центра находиться постоянно абсолютно. Главное здесь не подставляться. Первым номером там открывается KNG. Я так понимаю, с тиммейтом сдвоенный пик устроит. Или вроде того, перестреливает Сирсона. Еще одна снайперская дуэль в копилке немецкого снайпера. Так мало того, он еще Ксантареса наказывает. И один всего лишь игрок коллектива Мибер вырубает самых жестких игроков коллектива BIG. И далее только хорошие тайминги могут заряжать от игрока по номерам 2. Но Тапсом вырывается, моментально погибает. Остается последний Кита. И здесь попахивает счетом 2-7. KNG, трипл килл по итогу. Но как включился снайпер команды MIBR. Просто насколько важнейшие киллы он выключает самую главную угрозу в команде BIG. Вообще абсолютно не дает Сирсону применить свою снайперскую винтовку. И вот знаешь, такие моменты могут, наверное, вселить какую-то неуверенность, может быть. То есть ты до этого, да, бегаешь на картах и действуешь на кураже, а тут тебя переигрывают уже не первый раз. Ух, ну это сильно, конечно, и KNG пока что очень важный импакт в раунд вносит, и многие, знаешь, говорят, да в соло раунды не выигрываются всегда из тиммейта и так далее, но KNG, по сути, сейчас действительно в соло развалил двоих как минимум. То есть снайперская дуэль, да, там был сдвоенный пик, но его тиммейт выходил снизу, и в любом случае он никак, получается, не трогал Сирсона ни в коем случае. KNG уже, находясь в не лучшем поинте, второй раунд подряд, ну, практически вырубает своего снайперского визави, соответственно. Тут уже подключается тренер BIG, устанавливается пауза. И понимают ребята из Германии, что что-то пошло не так в один момент. Абсолютно. Вроде выиграли нюк, а что потом произошло тут, как бы. Причем вообще в целом, если мы вспомним, да, самое начало матча, первую половину, там же абсолютный разгром был. Угу. В какой-то момент счет был 10-2. И все перестрелки по карте просто без шансов забирали BIG. Но вот что потом произошло, так. Не надо объяснять, да, куда он убежал? Плюс в чат, если на постоянной основе у вас такое происходит обычно. Мы как-то идем, играем с тиммейтом Valorant, в общем-то, и он такой говорит, я, короче, парни, отойду. Вот эти ушел раундов на 5-7, и мне кажется, для многих это жизнь, знаешь, когда у тебя тиммейт куда-то там уходит просто, и ты такой, Ну, в официалках, благо, есть какие-то паузы, и пока тренер что-то объясняет и выдумывает, можно действительно немного отойти. Ну и, соответственно, сейчас будут самые важные раунды, на самом деле, от лица BIG, потому что счет уже 7-2, скорее всего, будет, потому что сейчас раунд с пистолетом, естественно. И если они не возьмут следующий девайс, то потом банально поздно уже может быть, действительно. Мы с тобой видели, что Мибер далеко отпускать нельзя, как на карте Dust 2. И BIG способны на камбэк, способны на то, чтобы переворачивать что-то невероятное, как это было на карте Dust 2. Но главное оставлять себе какие-то ауты для победы и хотя бы какую-то маленькую почву вот вырастить под собой, чтобы, значит, там хотя бы раундов 5 взять в первой половине, что ли, я не знаю. Ну, хотя бы не 2, как было на Дасте. Да, 2 — это хорошо. 2 — это очень мало. Вот там 5 уже неплохо будет. Да и в целом на карте Денюк изначально MIBR взяли 5 всего лишь за атаку. И потом, как мы уже говорили, да, в какой-то момент ввели 13-11. Если бы там не парочку обидных раундов, могли бы и забирать вообще уже встречу со счетом 2-0. Ну, такое ощущение, что Мибра действительно сегодня прям готовы, знаешь, по максимуму возвращаться. И мы видим, что несмотря на сложности, BIG — это, ну, тяжелые соперники на самом деле. То есть это такая европейская команда с очень скилловыми игроками максимально, которых тяжело перестреливать. И по логике вещей в один момент
мне казалось, что BIG по всем параметрам превосходит. И стреляет чуть лучше, и тимплей посерьезнее, да, там как ты, в принципе, ты смотришь на предыдущие матчи, на стату все круче. Но на деле Мибор творят чудеса и прямо сейчас готовы захлопнуть дверью под точкой Б. Если забрали бы китом, но тут играет крайне аккуратно, ВСМ пробил и отошел назад под смычок. Есть недефолтные пистолеты, все же опасность присутствует, тем более Ксантарас уже сразу же находит большинство по точке А. Ну и вот так вот парами действуют оставшиеся игроки MIBR. Ожидают каких-то поджимов. Причем поджимов-то нет, и там был буст от BIG. Тут такая история, на самом деле, что вот вроде бы фраг нашли, и будучи в девайсном раунде, выгодно, знаешь, отойти в глубокий дефенс. Ну, почти всегда, потому что у вас девайс, у вас гранаты, вы все это откинете, и оппоненту будет крайне тяжело катать. Агрессировать смысла особого нет. Но вот будучи с пистолетами, так, наверное, засиживаться тоже не стоит, и поэтому BIG вон какую-нибудь подсадочку там выдумывают. Два игрока в центре, и тут подключается китом, и самый Калион его добирает, и далее будет принимать базовый Сдигла. Да, его допушат здесь, но у него это уже большинство для... А коллективу BIG, главное Тизину быстро не погибать. Как минимум задача дать фраг, есть уже поблизости Тапсон. Долго выживал здесь Тизиан, включается Тапсон, ну и поплыли. Поплыли под точкой Б BIG, хотя практически весь раунд было комфортное большинство для ребят. Ну ты посмотри, у Ксантараса-то есть автомат Калашникова на самом деле. И он прямиком в спину выдвигается. Знаешь, кто сейчас контролит лестницу у коллектива Мибор? Это Кинжи. Если он вантабом выносит его, дальше остаются лишь каленые соперники. У Ксантараса так и происходит. И с двух сторон можно добирать Лео, соответственно, и его тиммейта. Лео тут же дает размен и остается один в один. 24 хп против 20-ки. И с бомбой просто в руках Лео отправляется по точку А. Ксантарас, естественно, все это читает и моментально стягивается к нему. И по таймингам будет очень и очень близко к своему сопернику. Он пойдет еще и смока давить. Непростая ситуация для Ксантараса, но с другой стороны, знаешь, абсолютно по пулечке. Нужно как одному, так и другому. И Ксантарас-то вроде читает ситуацию, есть смог, будет ли на опережение действовать Лео Дранки. Здесь аккуратный Ксантарас тащит этот раунд. Квадрокилл в его исполнении и третий для команды. Это был экономический раунд от BIG. Ксантарас, что ж ты вытворил такое? Просто у нас вся заварушка вообще была под базой Б. Но он забрал люркера, пода, вот здесь. Пожалуйста, минус Лукас. Взял его калаш, из калаша еще трипл выдал. Боже ты мой. Ксантарас, как ты хороший. Вот эти фраги, они, конечно, были максимально важны. Я ж думал, знаешь, что сейчас Ксантарас убьет одного, подключится тиммейт. Да нет, он вообще в соло здесь все сделал. Квадрокилл в его исполнении привозит команду к победе. Я вот говорю, всегда классно в такие моменты, когда игра не клеится у команды, чтобы был вот такой игрок, как зажигалка, знаешь, который полетит, возьмет раунд в соло и попытается переломить исход игры. И ты посмотри на деньги Мибора, они закупаются под ноль. Но при этом есть снайперская винтовка в руках KNG. Лукас только с диглом на руках. Ну и да, обидно. На самом-то деле KNG мог остановить все это дело, когда увидел Ксантараса, да, заходящего со спины. Кстати, Ксантарас уже с этого трофейного АК-47 находит тут же большинство в 10-м раунде. Второй раз, кстати, Лео забирает. Вкладч его уничтожил. Энтрифраг по нему нашел. Ну, я не знаю. Осталось только в следующем раунде его наказать. Как наказывает, пока что Кинжи судьба. Два молика слишком поздно откидывает гранату. Там еще Лукас подгорел. Боже, как все неприятное у Мимора. И вот они только что, казалось бы, вели. Все было классно, всех перестреливали. А в итоге остались с последними деньгами. Без ресурсов Лукас вообще на лоу хп. Так они еще в тотальном меньшинстве. И вот как выходить на точку А теперь? Пока непонятно. Гранаты заканчиваются. Ух, еще и хаешка залетает под Лукаса. Иркей заметил игрока в дефолте. Врыв под флешку. Хорошая работа, замечает еще и второго. Но немножко не хватает спрей-контроля. Тапсон подставляется под ВСМ, и это возможность. Но Тизиан очень жестко выключает игрока перед собой. Ну и также справляется с ВСМом. Минус экономика для MIBR. Ух. И выход на пятый от BIG. Мы с тобой говорили, как классно было бы взять 5 раундов, исходя из такой ситуации, что Мибор доминирует. Но теперь вполне возможно, что они, ну, не выиграют первую половину, но возьмут там раундов 6. И этого уже будет, ну, мне кажется, вполне достаточно. Тут, конечно, мимас полный от KNG. Уже полная безысходность, знаешь, когда тебе залетает два молика, и ты такой, а, ну ладно. Это как в Валоранте, знаешь, ульта брипсполнить. Такой выходишь, ты в центре, и такой, а, ну, все, видимо, мне ГГ. Неплохой камбэк и возвращение от BIG. У нас сегодня получается камбэк на нюке от Мибора, потом камбэк от BIG после этого.
Доминация от Мибер, камбэк, опять же, от немецкой команды на Dust. У нас сегодня столько возвращений было команд, когда казалось бы, ну все, вот в той же тенденции должно все продолжаться. И как же некоторые игроки загораются и просто взламывают всю эту систему раундов. И, я не знаю, если бы не Ксантарес, просто сейчас был бы счет, ну, во-первых, 7-3. И вполне возможно, что следующий девайс бы Мибер по тенденции забрали. Верно. Сирсон наконец-таки применяет свою снайперскую винтовку фрагом по ВСМу. Это экономический от бразильцев. При этом Тиркей остался красный. Ну, знаешь, даже диглов нет. Шансов на взять этого раунда, конечно же, очень мало. Но все же, я думаю, ребята из MIBR постараются. Ну, хотя бы выбить как можно больше девайсов. Даже несмотря на то, что BIG берут последние раунды, забирают их в свою пользу, экономика... Нет каких-то, знаешь, шикарных запасов. Ну, возможно, в этом будет, если потеряют девайсы по минимуму. Там такая забавная история была. ТРК сидит, на нем КНЖ, у ТРК 7 хп и морик под ним прям. То есть он горит в миллиметре. Я бы на его месте, серьезно, так бы, ну, не садился с тиммейтом, потому что, ну, реально, морик может разгореться, и ну, это будет совсем габелло. Буст порушится весь. Ну, и в итоге всего лишь один минус от Мибор. И вот та проблема, о которой ты говорил, полностью устранена. Даже в случае поражения от Тапсона и компании будет перебай. Ну и не факт, что поражение это будет. Ксантарес очень жестко, знаешь, так разыгрался. 14 на 6 пока что катает. Это очень круто, что есть такой игрок, который, знаешь, может включиться в любой момент. То есть мы привыкли, что Сирсон тащит как паровоз свою команду, да? И вот на решающей карте пока что не все так успешно складывается у снайпера команды BIG. Но вот как раз-таки Ксантарес включился на максимум. Выход быстрый по точку Б. Замечает игрока в дефолте, погибает Кито. Туда же наказывают Тапсона. И, судя по всему, без шансов раунд для MIBR. Тут уже месть от Лео, на самом деле, подъехала. Действительно, за тот обидный проигранный клатч подключается ТРК. И, действительно, раунд Мибор все-таки забирает. Но я тебе, помнишь, говорил, что вот ну будут такие агрессивные раунды от бразильцев. И, действительно, на базу Б, ну вот фирменный же стиль, я не знаю. У меня просто Бразилия ассоциируется чисто с агрессией какой-то, знаешь. То есть тут уже потом, там, Фолан и компания, более опытными, когда на ТР-1 сцене стали, играли там контактные выходы на оверпассе. То есть такой более размеренный, такой европейский стиль. Но ранее Мибор именно вот прославились именно своей агрессией, вот этими вот действиями, таким американским КСом. Сейчас именно такой КС приносит команде 7-й раунд. Но благо перезакупиться смогут Мибор. О, вернее, BIG, как я ранее говорил. Поэтому ничего прям страшного с ними не случилось, но следующий раунд желательно не лузать уже. Да, потому что это будет 8-й для MIBR и в целом победа на первой половине карты до Vertigo. Ну, снайперская винтовка для Сирсона должна быть. Те вопросы только к реализации. Не сказать, что он как-то пока что проявляет себя на данной карте. Ну и, конечно же, врыв от Лео Дранки. Ну, Лео пока что очень неплохо смотрится, на самом деле. Вспоминая на Дасте, это игрок такой не фраг-лидер, то есть у него там не огромная статистика обычно, но при этом киллы он дает важные, такие максимально эффектные, знаешь. То есть за такими парнями обычно вот просто приятно наблюдать. То есть когда ты там обсервишь, ты ставишь его и вот выделяешь его постоянно, его кнопочку. Но, тем не менее, тут есть еще бразильские игроки весьма сильные. Например, Лукас, который находит уже энтри-фраг по Сирсону и выбивает снайперскую винтовку. Я уже как минимум 3 раунда помню, где на старте Сирсон сразу же погибает. И вот это очень грустно для команд. Причем, если ранее его выбивал, знаешь, КНЖ с помощью снайперской винтовки, там, в принципе, перестрелка 50 на 50, то сейчас он падает от калашей, и это, ну, не всегда приемлемо. То есть СВП это все-таки должен, ну, как бы, перестреливать таких оппонентов. Но, anyway, теперь от ТРК и компании в РФ уже через... так-то секрет, и на самом деле никто все это дело не чекает. Ксантарес забирает, конечно, Лео, понимает, что оппоненты уже будут на выходе из рукава, ловит своего визави, но далее Ксантарес остается один. Тиммейт к нему где-то там подбегает, но он сам остается в бланде, но однако перекрестная флешка спасла ему жизнь. Тут же погибает Кита, и Ксантарес между молотом и наковальней оказался. Надо перестреливать быстренько КНЖ, чтобы остаться один на один. Закрывает снайпера с махом, есть выигранный дуэль против и прошив через маки. И опять квадрахил в его исполнении. Как он жестко, вот постоянно ощущение было, что тиммейт мешал ему, да, вот первые перестрелки, буквально там как будто через своего стрелял, забрал первого, второго, ну и по итогу вот так вот в тяжелейшей ситуации, когда с двух сторон идет давление, смог потащить, наверное, самый важный раунд.
в этом матче. Мне будет очень обидно, если этот матч не BIG проиграют, а Ксантарес, потому что он пока выделяется дико. Он тащит уже второй клатч, будучи в ситуации, ну, 1-2, грубо говоря. И сейчас, в принципе, если возьмут BIG 7, то могут 8-7. Они могут сравняться по счету, хотя совсем недавно мы говорили о том, что бразильцы должны доминировать и выходить на 7-3. По итогу ВСМ находит опять энтрифраг. Как ты говорил, постоянно сердцем подставляется. В этот раз Кита. Также, в общем-то, F может в чат написать, но дали размена от Тапсона. Его позицию не ожидали здесь увидеть. И вот она, ситуация 4 в 4. Там прыв на базу Б планируется. При этом Лукаса очень важно здесь убить, чтобы освободить, опять же, халпу. И уже со всех сторон попытаться задавить вот этот вот прыв с лестницы. Вышли по точку Б. Скрыли позицию Сирсона. 2 в 2 ситуация. Есть красный игрок в атаке. Ну и в целом пока что вроде как контролируют свои позиции. Ждут каких-то врывов от BIG. А там буст, кстати. Ранбуст хотели, наверное. Так, ну, хаешка полетела, молотов. Ой-ой-ой, заставляют TRK сместиться немножко дальше. И огромные проблемы теперь по ХП. И при том, что жив Ксантарес, пока что герой, наверное, этой карты. Берет на себя инициативу, вот так вот уводит прицел. И теперь уже TRK в дефолте. Тяжелая ситуация, и какой спрей-контроль! Жесть-то какая! Уфу! Ой-ой-ой! Такой, у меня прям вот есть испанский стыд, знаешь, когда тебе стыдно за человека, как за себя. А бывает вот боль. Я прям прочувствовал, как будто на мне это было. Ох, какая жесть, какая стрельба. И в итоге все-таки взят раунд коллектива Мибора. Причем самые три таких важных раунда пока что взяли команды в клатчах, действительно. И тут, конечно, замечательная работа от бразильца. И вот BIG сидят уже особо и без денег. Но, тем не менее, мы знаем, что эти парни с пистолетами весьма-весьма опасны. Плюс фармилка имеется от Тизиана, поэтому почему нет? Главное проявлять инициативу, и, по-моему, планируется агрессия на рампах. Полетел уже десант, кушает все это тело. А Тизиан весьма глубоко заходит, но тут же становится жертвой прострела через смоки. Падает от KNG, и вновь энтрифраг странный Мибор, по-моему, в третьем или в четвертом раунде подряд. Полетел в агрессию Ксантарес. Готовы были к этому MIBR. И вот так вот на старте раунда уже добыли себе два фрага и в целом комфортное большинство. Но, судя по всему, мы идем на 9-й раунд для бразильской команды. И в целом я считаю, что это очень крутая первая половина, зная, что это решающая карта. 9-6 это действительно очень хорошее преимущество. Оно не столь выгодное, которое могло бы быть у Мибора, но мы понимаем, что против BIG такие вот камбэки в серии раундов отдавать иногда приходится, потому что действительно стрелки максимально жесткие, и тот же Ксантара зачастую тащит просто что-то неимоверное. Ну и осталось девяточку это добра для Мибор. Понятное дело, разница между 8-7 и 9-6, она достаточно большая. И, допустим, если Мибор возьмет пистолетную серию, там уже на двукратное преимущество могут рассчитывать, действительно. Уф. Очень горячая первая половина. 18 фрагов настрелил Ксантарес. Пока что сражается за всю свою команду. И надеемся, что на второй половине все же тиммейты ему помогут. У нас пока с вами небольшая музыкальная рекламная пауза на 2 минуты. И сразу же возвращаемся уже на заключительный пистолетный раунд этого матча.
Мы возвращаемся. Это тот самый матч Мибор BIG. Все смеются, все радостные, все счастливы, кроме тренера BIG, потому что понимает, что предстоит очень тяжелая вторая половина. Первая закончилась со счетом 9-6. И если бы не вот этот молодой человек, вполне возможно, что там вообще был бы Total Domination от Мибор. Но Ксандарас сегодня выигрывает все раунды для команды, когда им действительно нужно возвращение. И ты посмотри, немцы используют в пистолетке уже 3 саппортов. Это огромное количество гранат. И все это будет задействовано, судя по всему, в таком продолжительном раунде. Возможно, даже фейк какой-то будет. Пока что BIG растягиваются по карте. Два игрока пытаются как-то здесь поработать под точкой Б. Ну и в целом большинство расположено под точку А. Понимает всю ответственность пистолетного раунда сейчас BIG. Уже они уступили первую половину, будучи за защиту. Ну и остается минута 20. Пока что все же верят MIBR, что будет выход под Б. Кенджи действует на чек. Так, заметил. Смещается на комфортную для себя позицию. И, кстати, вот до сих пор не стягивается третий игрок к своим тиммейтам. Все, пошло смещение. Парой действует. ВСМ на пару с Теркеем. Первый контакт. Лео Дранки пока что находит фраг по Ксантарасу. Создает небольшое большинство. И полетел вот так вот. Скрывает его Тапсон. Тяжелая ситуация для KNG, с двух сторон его разбирают игроки BIG. И вот так вот можно смело устанавливать бомбу. Ну, если не ВСМ, конечно, хороший врыв. Первый минус есть. И если бы Кита дострелил, все было бы совсем замечательно. Но с ним справится уже ТРК, и дальше Лукусу предстоит тащить клатч 1 в 2. Пока что оппоненты разыгрывают по одному, можно вывозить сольные перестрелки. Ух, какой вантап! Одна пуля осталась. И в итоге надо находить где-то Киты и пытаться раздефать все это дело. У него нет инфы по Тизину, но тот мог уже смыться, мог улететь куда угодно. А Тизин-то собирает инфу, не дает оппоненту так просто раздефать бомбу. Лукус забирает Киты, будет фейковать. Тизин выходит и практически получает по лицу. Ну как же не летит с этого чертового юспла. BIG все-таки выбирает, забирает для себя пистолетку. И это говорит нам о том, что вторая половина будет, ну, как минимум, плотной. Очень горячий. Лукас, наверное, понервничал. Не было конкретной информации, да, где лежат киты. Пытался найти, и вот непонятно, то ли нужно было давить до конца. Как итог, это проигранная пистолетка. И сейчас уже нужно делать ответный форс. Опять же, карта Вертига благоволит вот таким вот не совсем удачным баем. Где-то тут даже пистолет может быть сильнее кого-либо кольца в некоторых позициях. А вот и пистолет, и ВСМ даблкил на ровном месте на пару с Теркеем. И только-только, казалось бы, взяли BIG пистолетку. Можно расслабиться, но не тут-то было. Приходят два игрока российского состава и отправляют Кита плюс Ксантараса в Вальхалу. Причем это два самых результативных игрока, если что, на карте на данный момент. Отличное начало от MIBR. И сейчас только делать техники, знаешь, как-то вот... Наверное, нет смысла как-то поджимать, пытаться собрать какую-то информацию. Просто стоять и большинством делать свою работу. Чем, в принципе, пока что игроки обороны и занимаются. Просто трабл в том, что при ситуации 5 в 3 защита уже встает в достаточно глубокий дефенс, то бишь размена ты никак не найдешь, а оппоненты стоят, ты посмотри как. То есть ВСМ на дефолте, Теркей на позиции на хедшот, ну им достаточно тут один минус дать, это уже будет норм. А если дадут минус то ретейка, например, вот по Тапсу, ну было бы неплохо, но тот перестреливает, и на точке Б остается пока что один ВСМ. Стягивается также тиммейт, неплохо, Тизиан второго оппонента наказывает, и дальше Лукса прогоняет с помощью гранат, соответственно, которые имеются у BIG, и ими обязательно сейчас надо пользоваться. Ну, вышли на равенство по игрокам. Заметили, KNG в дефолте подставляется под Тапсона. Ну, и тут уже, похоже, поодиночке. Вот обидный раунд для MIBR. Абсолютно не воспользовались этим большинством. Сыграли по одному. И для BIG это было просто легко. Собрали цепочку такую, знаешь, поочередно.
Ну, возможно, можно было со стороны защиты, знаешь, сыграть как-то более пассивно. Ну, этот сетап, он был неплох, там просто вантабы залетели. Но вот в дальнейшем, maybe не стоило как-то пушить, пикать, знаешь, остаться за электриком вдвоем и потом просто не давать бомбу поставить. Все-таки справляются BIG, но ситуация была 3 в 5, крайне опасная. Ну, а теперь их ждет вознаграждение в виде вот такого замечательного 9-го раунда против пистолета всего лишь-то. Мне кажется, круто было бы, если бы MIBR сыграли сначала... Открылся игрок с дефолта, а потом вот уже там неожиданно открылся игрок в упоре, будучи красным. Тогда можно было как-то удивлять. А в итоге все получилось, как, знаешь, легко для атаки. Ну, пока что у нас размены неплохие. Снова MIBR в большинстве. Но неужели на этот раз не воспользуются этой комфортной ситуацией для себя? Подставляется KNG 3 в 3. Сирсон тут фармит просто неимоверное количество денег. Ну и тем самым выводит свою команду в большинство. Правда, ненадолго. Тиркей забирает его. Беспощадно 2 в 2. Ну, такой ретейк потащить будет тяжеловато, но помните, я говорил, что это халявный 9-й раунд для BIG, забудьте! Но для Тапсона действительно голова прилетела знатная, и у меня такое ощущение, что тут на самом деле, знаешь, игра уже идет не на ресурсы. То есть мы видим, что команды стреляют очень жестко, очень четко ставят, и такое ощущение, что тут плевать, что у тебя за девайс. То есть стегла может вон там прилететь, с калаша вообще... Просто вот на ровном месте все это работает. И BIG, казалось бы, забирает пистолетную серию. Но кроме раундов они не получают ничего. Они в каждом раунде теряли огромное количество игроков. И будут закупаться, ну, не под ноль, но будут близки к этому. Ну, знаешь, им в этом плане попроще, так как они в атаке. Да, поэтому сейчас все самое интересное начинается. Кто бы мог подумать, то, что вот третья решающая карта, да, и вот постоянно вот напряжение. А это круто, потому что если вспомнить Dust 2, там как бы был камбэк, и вроде закончилось 16-10, но по сути одна команда сноуболила и в ноль забирала раунды, потом другая. То есть это какая-то линейная игра, а тут прям лесенка, качели, и в этих качелях пострадал уже Сирсон. Ну, благо, получил снайперскую винтовку, и в принципе он с собой, я думаю, доволен. Задолжил какой-то дэмэдж, съел хаешки, и теперь эти мейты могут в безопасности зайти и занимать лестницу. Что примечательно, на раннем тайминге у Мибор до этого постоянно стояли два игрока под базой Б, опасаясь кого-то пуша сейчас. Сейчас тут один ВСМ. Ну, уже приходит на помощь к нему ТРК. Есть поблизости также KNG со снайперской винтовкой. И BIG пока что аккуратно нащупывает точку Б. Подставляется уже к Сантарес. И вот, знаешь, это, наверное, звоночек. Если мы вспомним первую половину, что все, в принципе, отталкивалось, да, от индивидуальной игры к Сантареса, то сейчас уже, по-моему, не в первый раз мы видим, как он сразу же погибает. Но тут уже, видишь, включается знание карты от Мибор. То есть вот такие моменты, как, знаешь, буст, не буст. Это все наработка, естественно. То есть, понятное дело, все мы знаем, как делаются бусты на Вертига. Но не каждый человек может их прочитать в конкретном тайминге. Это как на Варпасе, знаешь, то есть тебе надо смотреть когда-то на деревяшку, а когда-то не надо ее чекать с пониманием того, что там никого нет. И тут на понимании, конечно, был выведен этот фраг. И вот в дальнейшем выход на точку А. И огромный вопрос, законтрят ли игрока за цементом. Да, даже если законтрят, а что толку? Время поджимает. Вы прокиньте ему молик, он себя потушит. А если выходить на контакт, то тут шедевральная позиция от Лукаса. Ну, выход пошел. Уже вскрывают упорную позицию Лукаса без единого фрага. Лукас отдает свой рубеж. Но включается Лео Дранки на пару с тиммейтом. KNG, снайперская винтовка. Работает на один фраг. Ну и Кито также погибает в попытке выйти через карман. MIBR выходит вперед. Причем не только по счету, но и по экономике. Деньги заканчиваются у BIG. Судя по всему, это экономический... Я бы хотел сказать, что это халявный раунд для Мибор, но мы видим, как игроки жестко стреляют. И со стороны BIG, и со стороны Мибор. И поэтому тут каждый раунд, на самом деле, крайне опасный. И вот тут это просто очень тяжело играть, в плане того, что обычно как матч идет, ты раунд взял, дальше пистолет, и ты такой, ну, изи. И можешь расслабиться, а тут в каждом раунде дикое напряжение. И это даже не какая-то форс от BIG, в котором они направляются на мидл, кстати говоря. Ну и TRK, по-моему, понял, что дело пахнет керосином, а именно вот этим муликом, и решил отойти немного назад. Заняли центр карты, пока что не торопятся принимать, точнее, не делают каких-то поспешных решений. Есть уже АК-47 на руках у Ксантареса, это... Опасный парень! Дал он один фраг. Ну и врыв уже по точку Б. ТРК готов к этому. 3 в 3 ситуация. Работает снайперская винтовка от ВСМа. Тизиан потерял львиную долю ХП. При этом плохо то, что нет ни одного девайса на руках у игроков BIG.
Но при этом есть гранаты, и под эти флешки можно как-то нивелировать вот это преимущество врага. Другое дело, что важнейшая дуэль, на мой взгляд, будет проходить между Кита и снайпером. Если ВСМ заберет Кита, то в дальнейшем будет хелповать тиммейту, хотя тот и без него справляется. Оп, ВСМ минус. Тиммейт чуть было не продал, но ничего в этом страшного нет, так как Тизена в любом случае допилят. Это раунд взятый, Мибер. Рушится экономика BIG. И что-то мне подсказывает, что бразильцы, ну, на 12-9 должны здесь выходить. Возможно, будет тяжело, но, тем не менее, экономика-то пала BIG полностью. Ох уж эти бразильцы, конечно, возвращение. Ребята красиво. Просто красавчики, реально. Сумасшедший Counter-Strike демонстрирует. И самое главное, команда не выглядит, знаешь, как-то... ну, просто старые мибры, они выглядят, знаешь, как команда залетит, не залетит. Вот такое ощущение. Здесь мибры чуть более, знаешь, дисциплинированные, чуть более стабильны. И при том, ну, нету прям каких-то ярких звезд, как ты ранее говорил. Зато есть замечательная возможность залететь, опять же, на платформу Pinnacle, получить, соответственно, бонусы в виде двух ножей. А чтобы поучаствовать в всей действии, вам надо залететь на сайт, соответственно, и всего лишь, получается, положить туда 10 евро. Ну, как бы дефолтный, я думаю, взнос для многих из вас, и вдобавок можете залутать приятные ножи. Ой. По точку Б врывается BIG. Пока что ребята в меньшинстве, только не дефолтный. Пистолет в распоряжении, пытается здесь как-то сдержать все это дело TRK. Просто невероятный хэдшот от Ксантареса и равенство по игрокам. Но ВСМ со снайперской винтовкой уже тут как тут. И гранат-то нет, чтобы как-то отзонить. Причем KNG также подлетит сюда. Ну и ВСМ, по идее, один фраг-то точно должен находить. Берет тигл в руки, да ладно, опасно было. Перестреливает оппонента на пару с тиммейтом. И далее остается последний игрок с прямиком за двойкой. Это Ксантарес. И много раунд он 1-2 потащил, но это не тот вариант. Ну и, как я говорил, с трудом, но Миб разбирает 12-й. Однако трабл этого матча в том, что команды забирают раунды, но теряют много ресурсов. И в один момент BIG за счет того, что раунд за два, да, условно, могут перевернуть экономику и там чуть ли не по счету сравняться. Осталось только зацепиться за этот раунд. Пока что MIBR выглядят очень уверенно за сторону обороны. И вот такое ощущение, что, знаешь, набирают сумасшедшие обороты, которые сегодня идут к тому, что MIBR... может смело побеждать 2-1 и выходить из группы на первом месте. Есть снайперская винтовка для Сирсона, плюс 4 АК-47 в этом раунде для BIG. И пока что контроль. В принципе, дефолтный вертига разыгрывать тяжеловато, так как карта многоуровневая. Тут и мидл как бы очень неприятно так установлен, что ты с центра, знаешь, не можешь моментально куда-либо стянуться со стороны атаки. И, в принципе, контролить все позиции тяжело, потому что на точку А ты вынужден обычно... Ну, чтобы захватить рампы, тебе нужно 4 игрока минимум. Ну, 3, ладно. В итоге другие точки не проконтроливаешь обычно. Но тут попытка пикнуть от снайпера, кстати говоря. Ну, какой шикарный врыв от Тапсона. Есть первый минус. И вы сами оставили без поддержки тиммейтов. Это очень тяжело. Однако угол неплох, и свой фраг-то он найдет. И далее его даже отпустят, а посмотри. И при этом на колени Тапсона пробили Стирсона. Я бы сказал, что это даже в плюс для Мибр. Единственное, что у них база Б сейчас пустует, и надо побыстрее TRK туда стягиваться. В любом случае, карта позволяет быстро делать эти перетяжки. Там уже, в принципе, находится TRK. А вопрос только, куда по итогу пойдут BIG. Вроде через паузу возвращаются по точку А. Пока что равенство у нас по игрокам есть, как в одной, так и в другой команде. Ребята с не самыми лучшими хп здоровья. Я бы выделил, знаешь, сегодня игру ВСМ, по крайней мере, со снайперской винтовкой. В защите, не боится принимать такие решения. Ну да ладно, выход по точку А. Лукас, дефолтная позиция. KNG пока что не может помочь своему тиммейту. Ну, неужели вот так вот не прочекают самый дефолт? Замешкался с гранатой Лукас. Все, скрыл свою позицию. Но он и сам, наверное, не поверил, да, то, что вот так вот не ожидают его здесь увидеть. Тогда я бы сам не вылазил, он, естественно, не владел такой инфой, которой владеем мы, за счет радара. Но вы сами есть тот самый смог, и на самом деле, откинув его, можно попытаться выйти на ретейк, то есть отзонить одну сторону и попытаться продавить тот же Караман, допустим. Но при этом в остальном граната закончится, и, возможно, даже там попытаться живым щитом встать, раздепать эту бомбу. Ну как же Ксантарес открывается, даблкил, третьего добирает, и последний KNG остается. Да сколько раундов этот парень уже выиграл для своей команды и будет выигрывать еще. Это десяточка для BIG. И далеко своих оппонентов отпускать они не готовы. Я только подумал о сейве, когда увидел ситуацию 4-4. Потому что мы знаем, да, то, что, допустим, те же Virtus.pro принимают такие решения. Когда понимают вообще в целом свою экономику, да, важность раунда и в целом вообще то, что вы в защите, экономика постоянно в напряжении,
можно было, знаешь, так вот. Казалось бы, вроде и ретейк, вот, вполне реален, но в то же время подумать как-то о будущем. И вот там, по-моему, неоднозначная экономика. Да, это 100%. Там просто, если бы заслевили авик, все было бы окей. Я думаю, просто матч, знаешь, из таких, что ребята пытаются прям, ну, вывести любые раунды. И когда у тебя на глазах Сантарс два раунда подряд тащит в клатчах, ты как бы такой, ну, 4 в 4 мы, наверное, тоже можем. Мало ли что там у кого залетит и так далее. Тут просто гранат немного не хватило, другое дело. И maybe сейв действительно был более грамотным решением. Тем не менее, в чате мне тут сообщил наш режиссер, что провели опрос, значит, насчет победителей данной мапы. И 53 в пользу Мибра проголосовали, то есть 53% чата. Но мне кажется, что да, у Мибера есть преимущество по раундам, но в целом, если бы вот сейчас прямо вот при такой тенденции счет был бы 10-10, я бы вообще не знал, кому отдать преимущество условно. Но пока что у ребят не самый лучший бай, даже можно сказать экономический, с одним фармганом. И также присутствует пару P250. Ну и в целом BIG, я думаю, по-хорошему должны выходить на счет 12-11. Аккуратно действуют в атаке. Постепенно занимают карман. Ну вот сейчас бы сюда фармилку, а VSM ее уже теряет по точке Б, точнее на центре карты. Вот это проблематично. Теперь остались на точке А только пистолеты. И они попытаются пикнуть, но тут банальный флеш не хватает. Была бы свет шумовая, могло бы что-то получиться. А так для Тапсона это трипл килл. И, в принципе, легкий раунд для BIG. И вот если Мибр забирали раунд с трудом, то у BIG это получается чуть более уверенно. Они сохраняют свою экономику и в случае поражения сумеют всегда перезакупиться. Чего себе Мибр явно позволить не сумеют. Сейчас нафармили на бай, и этот раунд проигрывать не стоит. Иначе улетят на 13-12, и там преимущество чуть сильнее будет закреплено за их оппонентами. Причем в этом раунде не сказать, что бай, знаешь, прям лакшери. То есть нету банально китов. ПП-шка от Теркея. И по огневой мощи, и по раскидке тут, конечно, все намного лучше от BIG. Но у вас есть Кинджи, у вас есть ВСМ с дикой статой. И эти парни могут нивелировать с лихвой вот это преимущество врага. Да, интересно, как сейчас MABR будут выходить из такого положения. Все же я просмотрел такую, знаешь, тенденцию, что им комфортно играть, когда два снайпера в защите. То есть там и ВСМ где-то может позволить себе агрессию. Мне кажется, даже в некоторых моментах поувереннее, нежели Кейнджи. То есть да, Кейнджи хорош в атаке, как опытный снайпер, да? Но вот ВСМ, такое хладнокровие зачастую, это действительно работало сегодня. Пока что аккуратный раунд от атаки. Есть первый контакт под точкой Б. И у нас уже потери. Подставился ВСМ. Это печально. Килл нашли, я так понимаю... А, это тоже было под Б сделано. Ну хорошо. Одного из игроков потеряли для BIG. Начало просто великолепное. И в дальнейшем остается только это преимущество доиграть. Ну, естественно, защиты не будут сидеть просто на своих местах. Они понимают, что они в меньшинстве. Где-то будет агрессия, где-то будет попытка размена. Допустим, от KNG. Да и плюс там собрали инфу под базы Б. И понимают Мибр, что оппоненты выйдут на точку А и стягиваются сюда. А теперь их здесь четверо. И в кармане два игрока. Но это ничуть не помогает KNG. Он моментально падает от рук Кита. И Лео, по сути, ну, останется... Соло здесь, наверное, с маками, по идее, его тиммейтов отзонят, что и происходит, в принципе. И он падает. Полностью разбирают под точкой оставшихся игроков на MIBR. Пытается как-то здесь сражаться Лукас. Против него еще три игрока команды BIG. Ну и вот такой вот жесткий фраг под Ксантареса. У нас с вами паритет по счету и нет денег у бразильцев. Это огромная проблема сейчас. Не хотелось бы отдавать 13-й, но при этом, при всем, я думаю, для Мибра, знаешь, это прям не такая серьезная потеря, потому что они уже, ну, типа, возвращались с того, откуда нельзя было вернуться. Тащили раунды, которые нельзя было потащить. И, исходя из всего этого, у парней может что-то получиться, но очень приятно наблюдать за командами, которые думают действительно, знаешь, то есть обсуждают каждый шаг. Это видно, потому что, знаешь, в таких матчах, когда команда доминирует, тебе обсуждать-то толком нечего. Ну, типа, ты ведешь 10-0, и ты такой, а что обсуждать-то? Ну, ты, у тебя все получается, делаешь что угодно практически, работаешь по стратам. А здесь, когда ты пытаешься что-то изменить там в дефенсе или в атаке, это смотрится, конечно, действительно здорово. И вот сейчас ситуация мне напоминает карту Денюк. Когда что-то изначально получается, да, у MIBR, а потом BIG там двумя раундами просто рушат все. И теперь уже экономический. Пару недефолтных пистолетов. Естественно, рассчитывать на такой раунд, ну, тяжело.
И готовят врыв на центр. А тут классная комбинация. Тизиан на пару с Тапсоном сейчас могут вот так вот за несколько секунд абсолютно всю команду MIBR похоронить. Ну да, это действительно минус 7. Квадратил от Тизиана, немного подформил тебе статы. И главное, что BIG не теряют девайсов вновь. И теперь я точно могу сказать, что денег у них плюс-минус хватит там до конца основного времени. Чего нельзя сказать про Мибор. И отдавая предыдущий раунд, я сказал, что они полетят на 12-13. А вот проигрывая этот, придется уже отдавать матчпоинты. И ух, как не хотелось бы этого делать, с учетом того, что вы доминировали всю карту, да. И где-то выглядели как фавориты, действительно. Появляется АВП, появляются кольты. Нету китов, конечно, на руках, но это... А, нет, есть киты у Тинкей, докупает все-таки. Но при этом много зависит, мне кажется, от Кинжи. И действительно, если посмотреть на сердце, ну, у нее тоже игра не особо идет. Но при этом в защите, по идее, энтри фраги находить намного-намного проще должно быть. А тут фирменный раунд от BIG. В центр карты выдвигаются. Полностью нивелирует пока что окно своими муликами. И Кит уже готов под базу открываться. Кинжи нашел минус тем временем. А тут ВСМ через смоки действует против Кита. Так, замечает ВСМа. ТРК пока что обороняет точку Б. Есть Лукас поблизости. Последний Ксантарес 1 в 2. Такой он уже тащил сегодня. Ладно. Жестко вскрывает Лукаса. И знает, где находит последний. Но ТРК на опережении. 13-13? Да, 13-13. У меня чуть ручки сейчас не задрожали, хотя я не нахожусь внутри матча. Но я подумал, да неужели опять от Ксантареса? Там, знаешь, команда, выпускайте Кракена просто. И парень чуть было опять 1 в 2 не потащил. Но, тем не менее, его усилий было мало и... Сейчас... Ты знаешь, как бы сейчас этот раунд сыграл не против MIBR. Они его взяли, да, но ты посмотри на экономику, и только снайперская винтовка как-то может повлиять здесь. Ну и KNG понимает все это дело, идет за фрагом под точкой А. Ну и Сирсон ожидает, судя по всему, здесь этот врыв. Так, интересное решение, врыв под флешку готовит MIBR. Вот на самом-то деле может сработать эта ситуация. Есть фраг от Сирсона, знает, что еще второй игрок уже прошел за ящик. Ну и как итог, судя по всему... Сирсон! Да Сирсон! Боже, помилуй! Что это? Как это было красиво! Просто трипл килл на ровном месте. Его пушили под флеш. И я думал, все, снайперу габелло, но не тут-то было. В итоге терки остается последним. Далеко флешка залетела. Ой, да. И как ты сказал ранее, такой раунд, он может в негативном ключе повлиять не только на то, что у Мибра в этом раунде были плохие ресурсы. Ты посмотри, они сейчас все деньги потеряют на ровном месте. И на следующий бай может уже не хватать. Но терки пока что борются до конца. Кстати говоря, на базе Б он остался против двоих. И в теории, если вырубить быстренько двух игроков, там снайпер со спины тебе уже ничего не сделает. Но он понимает, что ситуация 1 в 3. И кроме сейва, ему здесь ничего сделать не суждено. Вопрос только, выиграть дуэль против снайпера или нет. Если отстрелить винтовку, это будет неплохо. Плюс ресурс, можно отдать KNG и попытаться за счет этого выстрелить следующий раунд. И будет неплохо, кстати говоря, ответить. Потому что в этом раунде BIG исключительно за счет АВП потащили, собственно. Бразильцы стали заложниками ситуации. Вроде решение это было неплохое, да? Реализации просто немножко возникли проблемы. Ну и в итоге даже не дали возможности засейвить снайперскую винтовку. Ох, какое тяжелое решение сейчас волевое от Мибор. То есть они как могут зафорсить сейчас на фул, но будут там с двумя-тремя девайсами максимум. Так могут сделать Эко, но тогда тебе надо будет два раунда подряд прям уверенно забирать. От Сирсона, конечно, хорошие мувы максимально. Ну первые два килла это дефолт, но вот как он третьего закрыл, это было красиво действительно. И при том там... Тиммейты уже дорабатывали, и пока что, не знаю, у меня такое ощущение, что, знаешь, Мибор, даже несмотря на то, что, казалось бы, Мибор более такая команда агрессивная на стрельбу, пока что ощущение, что BIG тащит вот прям какие-то сольные раунды. То Ксантарес, то Тапсон, то еще кто-то. И вот кто-то один божит и вытягивает состав вперед, действительно. И это круто, что этим занимается не один игрок, потому что у Ксантареса вечно лететь просто не может. Экономический от MIBR. Готовы они отдать 15-й и потом уже забрать свои два подряд. Очередной поджим центра карты. Тизин прекрасно слышит, что происходит справа от него. Хорошая позиция. Тем временем ВСМ наказывает Киту. 3 в 3 пока что у нас на карте. Ну и появляется трофейная К-47 на руках у Лео Дранки. Ну там, в принципе, и второй можно будет поднять на чуть более позднем тайминге. Но при этом автомат Калашникова может этот раунд и перевернуть. И другое дело, что арморов толком нет. И вот в этом небольшая такая загвоздка. Но, тем не менее, в принципе, с Калаша можно и вантап какой-то выписать условно. И BIG молодцы, что стакают сейчас вместе, понимая, что у оппонентов уже и девайсы трофейные появились. И не пойми, где они стоят. Поэтому пятиться назад крайне опасно на такой углистой карте, как
не знаю, Вертига, где куча позиций, где может игрок просто закрысить. В итоге есть минус по ВСМу. Ксандрас опять же выводит команду вперед. И вся надежда в этом раунде на Лео, чтобы не отдать те самые матчпоинты. Играет за Электриком, на пару с тиммейтом, пытается открываться. Под прострел подставляться нельзя, армуров у вас нет. Максимально каленый КНЖ, открытие от Лео не приносит ему фрага. И последнего КНЖ должны здесь допиливать. И знаете, что это? Это 15 для BIG. И два раунда подряд сейчас надо будет выигрывать Мибор, чтобы только выйти на допы. Уф. Два матчпоинта для BIG. Ребята в шаге от того, чтобы в очередной раз победить в этом противостоянии со счетом 2-1. Но в любом случае, MIBR огромные молодцы. Это вот действительно, если команда будет продолжать в том же духе, да, видно огонек в глазах. Они прям играют всей душой. И, как я уже сказал, если так же будет все продолжаться, то мы с вами увидим очень эффектный и боеспособный состав от бразильской сцены. Да и сейчас я тебе скажу, они весьма неплохие. На секундочку, топ-4 команды мира практически обыграли. И на самом деле, если бы взяли нюк, вообще могли 2-0 закрыть условно. Но, тем не менее, сейчас они все еще не потеряли все свои возможности. Можно выйти на овертаймы. Правда, два раунда подряд против, ну, девайсных. То есть, ладно бы они один взяли, следующий играли против пистолетов. Тут прям два девайсных раунда надо прощить. Ну и пока что захватили владение над рампами, соответственно. Ну а IBIG тот самый раунд, которым Мибра часто пользовались. Судя по всему, готовы будут выходить на базу Б. Изначально через буст против Ауга это, конечно, противно, так там еще и КНЖ забирает Люркера. И теперь есть вся информация состава Мибра. Они прекрасно понимают, что это будет выход на базу Б. Стягивается КНЖ под точку Б. ВСМ. Неплохая реализация своей позиции. И пока что это большинство для MIBR, при том, что Тапсон просел по ХП. Врыв под флешку. И вот, возможно, это будет сейчас с ключевой позиции. Ну, разбайтили его. Парно сработали игроки обороны. И вышли на двукратное преимущество по игрокам. Но пока есть Ксантерас, все шансы имеются действительно BIG и на этот раунд даже. Тизиан будет открываться под флешку тиммейта. Минус будет от него, тут же размен. И Ксантерас слишком поздно подключается, но фраг что все же дает. И вносит 21-2. Где-то я это уже видел. Летят гранаты ему в лицо. Но, в принципе, да, он по урону много, конечно, получает. Но ему надо вантабы в любом случае здесь ставить. Стойный пик. Замечает снайпера, пытается вывести все это дело на сольные дуэли. Но как же тяжело. И все-таки 14 раунд выигрывают. Мибор остался всего лишь один, и они будут на овертаймах. На месте BIG я бы, на самом деле, паузу сейчас поставил, серьезно. То есть, ну, потому что все-таки выходить на допы, конечно, не так страшно, когда вы вроде чувствуете себя комфортно на карте Вертига, но при этом хотелось бы в основное время, знаешь, закрыть, чтобы лишних проблем на себя не нагонять. Задумка была неплохая. То есть, выход по точку Б смотрелся круто. Но игрок, который был по точке А, он не должен был умирать. Да? Да. После его смерти все стало очень очевидно для MIBR. Весьма. Поэтому Люркер зачастую, он как может очень много импакта внести, так и очень легко потащить раунд для команды, да, зачастую своими действиями, так и может заруинить очень сильно, если погибает и всю информацию получает его визави. Тем временем открытие по тучку она ждет от BIG. И это, кстати говоря, раунд, в котором Мибор решили не агрессировать. Посмотри, они везде сыграли пассивно, и как бы это их не подвело. Мне почему-то кажется, что тут такая система, знаешь, ну последний раунд, давайте отыграем на Верочку. И вот сейчас они зажимаются весьма сильно. Пока что моликами, конечно, сгоняют своих оппонентов, но тем не менее, BIG уже очень глубоко на яму прошли. И в теории под флешки все это дело можно будет распитывать. Сантарас открывается. Там, тем временем, Кита нашел минус. Еще Тапсон за этого собирает. И всего лишь один опорник по точке остался. А его с двух сторон сейчас будут наказывать. Лукас, необходимо найти хотя бы один минус. Ох, как жестко проседает ТРК. Погибает. В итоге это 4-2. И последний ВСМ. Да, это лидер команды MIBR. Но все.